Вот продолжается утро 25 июня. Вот брат наш Игорь Воробаш приехал вот к этому домику. И вот здесь вот он прокосил себе. И вот сейчас там набирает воду возле колодца. Тут вода получше. Вот, и вот он сейчас ее там наберет себе в бутыли и домой повезет. И вот сейчас вот тут такой запах стоит. Какой-то, я даже не знаю, какой-то притворный такой. Говорят, какие-то есть жучки зеленые или какие они там. Они начинают обитать и вот издавать такой запах вонючий. Вот он, Игорь, говорит, нам будет найти и уничтожить их. Вот он набирает воду в бутыли. Ну, вот так вот. Здесь тоже надо все обкашивать уже. С плодами связались, все заросло у нас. Ну, вот так вот. Каждый живет своей жизнью с помощью Божией. Слава Богу за все. Аллилуйя.